Ну вот южная дамба, городская сторона, видите, люди ловят. Лед нормальный, скользко только, я так понимаю, снега нету. Ну стоят, вот машинки стоят. Вон стоит подушечка с одиноко стоящими, там сколько, 4-5 рыбаков. Вот что им там, интересно, протоколы выписывают или что? Ну вон Кронштадт у нас, а вот у нас морская сторона. Морская сторона полностью оправдывает свое название, потому что здесь море. Море льда и море воды. Ну, кто там с фидером заберется на эти кучи, то вперед. Можно попробовать. Ну, а вот за фарватером, вон там рыбаки сидят, точечки. Там еще лед. Типа со шпунтов. Ну, здесь тоже лед. Машин немного, стоянка полупустая. Все, сезон короткий, заканчивается.